Приказ руководства. Операция «Точка воспламенения». Ударить прямо в сердце их космонавтики, покончить с их баллистическими ракетами. Ударить по группе восхождения, по нацистам-ученым, доставшимся русским после войны. Да, он жаждал их знаний, их сведений. Операция 40 внедрила двойного агента в группу восхождения. Григорий Уивер. Он должен был повредить ракету. Но что-то сорвалось, Мейсон. Эти гребаные числа в моей голове!